Комит Университет провел последние матчи предварительного этапа высшей лиги. В Москве тверетяне встретились с легендарным «Динамо», соседом по турнирной таблице. В первой встрече бело-голубые при поддержке своих трибун сразу постарались показать, кто на площадке хозяин, и повели в счете. На перерыв «Динамо» ушел с преимуществом в 21 очко. Во второй половине Комит сумел организовать погоню, сократив разрыв, но спасти игру все-таки не удалось. Комит уступил 71-83. Повторная игра развивалась по похожему сценарию. Снова первая половина осталась за хозяевами площадки. Снова после перерыва Комит бросился в погоню. Но на этот раз гости не только догнали, но и перегнали соперников. Тверетяне выиграли у «Динамо» 75-72. Одержав 19-ю победу в сезоне, Комит-Университет завершил предварительный этап на третьем месте в группе А высшей лиги. Лидером таблицы, как ожидалось, стал «Алтай-Баскет» из Барнаула. Этот клуб теперь напрямую выходит в финал. Остальные команды, в том числе и Комит, продолжат сезон 4 апреля играми в полуфинальном туре.